Привет, дорогие друзья, с вами Баш, и сегодня мы едем на море на машине с всей семьей. Да. Я вот сейчас сижу, играю в покер, смотрю молокососов. Вечер, наверное, поедем. Да не наверное, аж точно поедем. На море. Так. Значит, покер и молокосос. Ничего особенного. Зашли в магазин перед самой броница, перед самой поездкой. Нужно что-нибудь покушать, но купить дорогу. И будем отправляться. Да. Иду искать энергетики. Нужно будет чем-то восполнять энергию свое решение. Да. Где-то здесь должны быть. Быстренько мы надо так. Такс. Че я беру? А здесь только адреналин и есть. Ой, что-то зум. Ребят, простите. Зазумил ситуацию. Ну, возьму две банки, че. Вышли из магазина. Ребят, знаете, что в этой карусели работает очень медлительный продавец. И минут, наверное, 20 стояли просто тупо на кассе. Она не могла пробить человеку водку и 4 пачки сигарет. Мы просто охренели. Что там у них не работают кондиционеры. В общем, полная катастрофа. Яркое солнышко. Не знаю, это можно говорить. Он в тестовом режиме, что ли? Привет, народ. В общем, часов, наверное, в 5 мы уже в пути. Сейчас проехали в Воронеж. Остановились на заправке, так сказать, передохнуть. Я такой убитый вообще, обалдеть. Да, следим за новостями. Реально очень устали. Хотя я люблю ездить ночью. Так классно. Может даже таймлапс какой-нибудь запишу. Брат спит. Или пытается спать. Я еще пока не выяснил. Ладно.
Здорово, ребят. В общем, нам осталось 200 километров до Ростова-на-Дону. Потихонечку приближаемся к Черному и Азовскому морю. Вообще эти трагедии в Джугбе, что это не в Джугбе, а где в Анапе, там, в Крымске, всех затопило. Дождь, вся фигня, поэтому мы, скорее всего, поедем на Азовское море. Да. Сейчас остановимся в каком-то поле похавать. Think was you.